Мы находимся на стенде компании Tobii, которая занимается программными и аппаратными технологиями слежения за взглядом. Системы, определяющие, куда направлен взгляд пользователя, могут быть использованы в маркетинговых и научных исследованиях. Кроме того, они незаменимы для парализованных людей, у которых нет другой возможности управлять компьютером и таким образом общаться с другими людьми. А так они могут писать письма, просматривать сайты, управлять умным домом, и все это исключительно с помощью глаз. Сегодня мы впервые представляем возможный конечный продукт – ноутбук Lenovo со встроенной системой слежения за взглядом, благодаря которой можно управлять компьютером без рук. Сначала происходит недолгая калибровка сенсора, после чего можно начинать работать. Удобно, например, просматривать изображение. Для выбора конкретной фотографии достаточно посмотреть на ее уменьшенную копию. А чтобы посмотреть следующий файл, нужно просто сместить взгляд вбок. Эта система автоматически подстраивает скорость прокрутки текста под конкретного пользователя. То же касается проигрывания музыки и видео. Чтобы запустить нужный файл, достаточно на него посмотреть. Главная наша идея заключается в том, что компьютер совсем не обязательно должен ассоциироваться с клавиатурой. Если в него встроена наша система, он будет знать, куда смотрит пользователь и выполнять некоторые действия автоматически. Допустим, вы смотрите на окно, спрятанное за другими окнами, и оно само выходит на передний план. В случае с картографическими сервисами изображение тоже можно зумировать одним только взглядом. Таким образом, взаимодействие с компьютером значительно упрощается.